Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на Чемоданах, с вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в очень крутой ролик. Я вас приглашаю сегодня в новый сезон, который прямо в этом же сезоне. Мы отправляемся в новое путешествие по острову Шри-Ланка, точнее по его центру. Нас ждет интереснейший контент и начнем именно с сегодняшнего дня. Так вот, ребятки, сегодня мы отправимся с вами в Коломбо, но по пути мы арендуем машину, мы заедем и получим местное водительское удостоверение, сдадим нашу виллу, заедем в новую, пошопимся, поедим. Короче, выпуск сегодня просто улет. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и, конечно, погнали. Пока нам намывают машину, мы намываем квартиру, всю мебель отодвигаем, вымываем полы, пыль и так далее и тому подобное. Мы всегда, когда съезжаем, оставляем квартиру в идеальном состоянии, чтобы, как говорится, нас хозяин запомнил, и когда мы к нему обратимся, он всегда мог нам сдать без проблем. И заодно рушим этот миф, что типа с детьми сдавать не нужно, либо там всегда дети что-то испортят. Нет, у нас абсолютно все по-другому. Я, конечно, не знаю, как оно будет, но подход чувака, который сдает эту тачку нам в аренду, он, конечно, классный, потому что вот он мне присылает видео, что он ее моет, там полная химчистка салона, сейчас он ее загоняет в сервис на техническое обслуживание, прислал мне фотку, написал, что, говорит, я хочу, чтобы ее подготовили для тебя, поэтому извини, типа, за задержку. Вот, нам не к спеху, мы выезжаем как бы завтра. Но сам факт того, что вот такая забота, это, конечно, классно. Идеально. Кроме ботинок на окне. Мы подготовили две пачки денег. Первая пачка – это 90 тысяч рупий, это за аренду за 15 дней. А вторая пачка денег – это 72 тысячи рупий, это страховой депозит. Вообще, красота, написала мне, что сервис закончен и должен сейчас уже доставить. Я ему скинул геолокацию дома. Вот, должен сюда прям пригнать. У нас, видите, есть место под машину. Заодно, как говорится, не будет пустеть. Пусть даже и один день. Мы решили, что вещи мы оставим ребятам, потом завернемся за вещами. И еще мы хотим с собой взять кофты, потому что там в горах говорят, что ночью может быть даже плюс 5. Поэтому мерзнуть не хочется, надо перестраховаться. Все, чемодан готов. Да, и у нас еще вон целая сушилка, полно вещей. Не знаю, откуда они берутся. Видимо, не очень компактно паковал чемодан, поэтому куча еще остается. Но это очень хорошо, что мы едем на машине, потому что мы можем с собой взять, да хоть чемодан, но решили его с собой не возить. Так, он написал, что подъехал. Пойдемте смотреть. Машину привезли, нашу машину привезли. Сейчас. На которую мы завтра поедем, сейчас папа сам будет водить. О, подъезжает. Тарантас, встречайте. Тарантайку. Ну, классненько. Вот так вот, с музоном даже будем ездить. Посмотри. Hello. Слава. Заполняем договор. Вот, показали документы там в машине. Ну и главное, конечно, вот все косяки. Бак. Бак, ага. Так, все, деньги отдали. Обычный и депозит. Вот такой вот тазик мы получили. Не знаю, мы, конечно, его проверим, как будет ехать, как и что. Пойдемте сделаем сейчас первый запуск. Ну, блядь, я хочу с собой забирать, иначе мы без нее. Я говорю, бегом такая тебе играла. Ёпа, красота! Не, ну он еще как-то, понятно, разговаривает. Хорошо, но он говорит, ну, канди работает, это уже хорошо. Смотрите, есть такая даже магнитола. Руль не мульти. Опа. Слушайте, ну, достаточно неплохо. Еще, кстати, есть вроде как видеорегистратор. Не знаю, будет работать, не будет. Мирося, как ты там? Закрой, говорит, мама. Сразу ловите обзорчик. Во-первых, колеса. Гигантский просто, я даже не знаю, какой радиус, игрушечный, 14-й радиус, но хоть лить ее, это уже хорошо. Так, под капотом здесь стоит, походу, двигатель от этого, от Лего техника. Не знаю, какой здесь объем, маленький аккумулятор, как на мотоцикле. Ну и все, здесь смотреть больше нечего. Ну да. Короче, понятно, здесь нету
Вообще ничего интересного. Слушай, ну я выросла в городе, где право... Машина, кстати, гибридка, это хорошо. По салону здесь на самом деле достаточно интересно. Руль не мульти, но выглядит все очень прикольно. Сейчас Мирошка здесь все разорвет. Кондиционер, сказал, уже заправленный, приборная панель. Первый раз вообще вижу такие сдвоенные кресла, как, я не знаю, на газель похоже. Сзади здесь тоже стоит диван. Так, давайте багажник. Багажник здесь, даже чемодан невозможно будет положить. Если вдруг захотите снять, например, такой автомобиль, то здесь без вариантов. Ну, если кто-то здесь будет сидеть. Вот. А тут у нас есть, точнее нет запаски, есть насос, компрессор, баллонники, домкраты. Ну и, собственно, по сути-то все. Вот такая вот у нас малышка Suzuki Wagon R. На полмесяца нам она дана. Блин, парням, конечно, спасибо за то, что они здесь все выдроили. Запах приятный, никаких пятнышек, ничего нету. Ехать будет достаточно комфортно. Ну, не знаю, сейчас мы поедем сразу, сделаем первый выезд, доедем до магазина, сразу попробую заправить. Вот. На 1000 рублей. Посмотрим заодно, насколько хватит. Какой у нее вообще тут расход. Да, Мирошка? Мирошка так соскучился по машине, что просто даже не хотел выходить. Короче, едем в магазин. Первый выезд. Капец, как непривычно, что у тебя... Чувак сидит и не рулит. Ты что не рулишь? Вот так вот, имитация. Так, надо еще на заправку. Так, подожди, а поворотники? Ой, поворотники здесь. Немножко, конечно, надо привыкать. Вот по-любому. Хотя бы даже к поворотнику, что они находятся возле правой руки, а не там, где левая. А то сейчас я уже по привычке включил дворники. Здесь даже есть подогрев моей задницы, прикиньте. Так, заправляемся на 5000 рупий по цене где-то вот тут. Короче, все просто, даешь ему 5 без QR-кода и сверху еще 500. И все, и заправляется. Вот, 400 рупий за литр, 12,5 литров нам залили. Ну круто, все, едем дальше. Мы доехали, слушайте, ну нормально едет, конечно, это очень маленький объем, там давящий, она, короче, не это. В целом уже подпривык, единственное, что осталось привыкнуть, это, говорю, дворники не включать. Завтра просыпаемся, пакуем тачку и в путь, спокойной ночи. О, наидобрейшее утро, встать было очень сложно, на самом деле, но опять-таки мы... Да, молодец. Но единственное, что мы все равно подпроспали, потому что неправильно завели будильник, потому что телефон у нас живут по московскому времени. Ну да ладно. Жарим роти, варим яйца. И в путь. Вещи даже, которые не досохли. Вот так у нас получилось забить машину. Все, закрываем. Мы выехали. Ехать нам 1.5 часа до точки департамента. Вы сейчас, наверное, скажете, что за департамент. Надо сделать права местные. Покажу, собственно, как их делают, что для этого нужно. Но основная цель это. Плюс до Коломбо мы едем по платным дорогам. Соответственно, посмотрим, сколько стоит и как все это дело работает. Так что погнали. Первый светофор у нас. Такой перекресток. Так, мы подъезжаем сейчас как раз на съезд платной дороги. Блин, красиво здесь природа. Вот мы когда только приземлились, ехали, пока в полудреме, как говорится, это, спали и смотрели, как это выглядит. Кстати, здесь не то, что съезд, да, на платную дорогу, здесь, собственно, вот он, участок как раз платной дороги. Сейчас будем подъезжать и посмотрим, сколько это дело... стоит. Мы подъехали, он мне дал вот такой вот чек. Я его спросил, типа, по этам оплачивать, но он говорит, да, типа, на выезде платите. Ну и, собственно, едем дальше. Вот теперь мы прям едем по платке. Стоял знак, что можно ехать 100 километров в час. Я не знаю по официальным допускам по поводу скорости, но не будем
гнать, будем отъехать прям соточку. Здесь настолько зелено, что глаз просто не может не радоваться. И везде вот эти пальмы, пальмы, пальмы. Они все разные, разные, разные. И это, собственно, единственное отличие от, например, наших тех же платных дорог. То есть, что здесь зелень. У нас как-то едешь там поле, 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 поле. И минус всех платных дорог, что ты просто едешь и не погружаешься в какую-то культуру. Если ехать вдоль берега, то там совершенно другая атмосфера. Там вот эти сигналят, автобусы туда-сюда. А здесь, по сути, вот мы сейчас 100 километров проедем абсолютно на расслабоне. Так, спустя 98 километров мы, значит, подъезжаем на съезд. Сейчас покажу, как выглядит. Так, здесь, кстати, большой храм Будды. Вот он, слева. Вот, эксит 1 километра. И километра... Сейчас будем съезжать. Вот он, пункт оплаты. Сейчас будем оплачивать. Hello? Thank you very much. Получается, дал на 50 рублей меньше. А? Дал на 50 рублей меньше. Нет, все правильно мне дал. Получается, что платник от... У Новатуны от Гале до Коломбо стоит всего лишь 350 рупий. Кстати, еще мне кажется, это очень важно, что от Гале до Коломбо, вот по платной дороге, вообще нет заправок. Поэтому, если вдруг вы будете ехать, то позаботьтесь о топливе заранее. Мы приехали, вот здесь все это находится, нас туда на территорию не пустили, сказали паркуйся вот здесь, вот парковка. По парковке по цене скажу чуть позже, когда заплатим, ну а сейчас пойдем непосредственно туда подавать документы. Народу, конечно, тьма, мы еще поздно приехали под закрытие, но я очень надеюсь, что у нас получится. Собственно, мы на территории, здесь так вот все по окошкам делится, второе окошко, не знаю для чего, нам нужно, как я понял, H, 8. Сразу же здесь, пока идем, делаем копии, 25 рупий, одна страница. Делаем паспорт, визу и права. Сейчас меня будут фотографировать, и смысл в том, что один месяц стоит 2000, два месяца 4000 рупий, и если более, короче, плюс по 2000. Там не только фотографировали, там еще и откатали пальчики. Сейчас отправили меня в другое окно, но свобода, поэтому вау! Так, теперь мы идем в 31 окошко оплачивать пошлину. Так, немного показываем, как эта штука выглядит. Мы на самом деле уже все. Так быстро все сделали? Да. Давай. Ребят, на самом деле не ленитесь, делайте себе легальное удостоверение. На самом деле буквально 20 минут и все, я получил. Вот так выглядит бумага. Клеют наклейку очень быстро. Копии я сделал, но их нигде вообще не забрали. Но их один раз у меня спросили, и все. В общем, если вы хотите сделать водительское удостоверение, вот местное, на срок визы, то как бы за месяц 2000 рупий. То есть там сами умножаете. Я сделал на месяц, потому что нам больше-то и не надо. А мы сейчас покатаемся, и тачку отдадим, и по сути-то все. Но подстраховать себя, что до тебя нигде не докопаются, что тебе не нужно давать никаких взяток. Короче, лишние контры мы исключаем, и это хорошо. И именно с этого момента начинается наше путешествие, прям такое официальное, разрешенное. Ну а так мы взяли в Новатуне, что взяли без прав, доехали сюда по скоростной, в логово. Здесь столько, короче, копов тоже стоит. А мы между ними, я еще хотел на территорию заехать, мне не разрешили. Отправили на парковку. Все, теперь бежим к нашим. Водичка и так далее, и тому подобное. И поедем уже заселяться, нам сегодня еще нужно. И еще немножко погулять. Мы уже в машине, и, по-моему, я говорил про то, что здесь рубят. Вот за вот эту, блядь, процедуру они берут, ну, наши, да, так сказать, помогало, берут от 50 баксов. Прикиньте, мы отдали 2000 рупий, это 400 рублей. И у нас есть права, и мы официально можем кататься на машине, не боясь ничего. Если вам нужна помощь, пишите мне, за 100 баксов я вам сделаю. Это была шутка.
Короче, не ленитесь, приедьте сами, сэкономьте, посмотрите заодно, как устроены такие госучреждения. 20 минут, у нас все готово. Мы прямо сейчас выезжаем в торговый центр, который почти в центре находится, Коломбо. Там мы хотим посмотреть одежду, потому что вроде как там продаются шмотки, которые не отправлены за границу, типа Зары, Эчки и так далее и тому подобное, по очень клевым ценам. А сейчас нам нужно еще оплатить парковку. Давай. Мы решили, что нужно сейчас обязательно заехать на заправку и залить полный бак, чтобы потом уже больше не делать голову, как там будет на острове, точнее в глубине острова, я не знаю, пока мы в городе, как говорится, раньше освободились, вот, будем заправлять. Не получилось у меня заправиться полный бак. Почему? Потому что он говорит, у нас лимиты, и без QR-кода даже не хотел заправлять меня. В итоге я залил на 4000 рупий, 10 литров, говорит, у нас лимиты. Ладно, сейчас по всем заправкам лимиты соберем. Так, ланкийское движение, видите, пытаюсь выехать. Чимс. И вклиниться в эту полосу. У меня получилось. Ха-ха. Хо-хо. Это мы, короче, знаете где? Это мы уже, типа, так почти в центре. Короче, я не туда заехал, в итоге вот. Корячусь задницей, причем у них ничего не было там обозначено, там где въезд. А, видно, я видимо так. Это максимальный прикол, здесь стоят, короче, эти штуки, конусы. Мы быстро конус уберем, вот так вот, быстро заедем и потом поставим. Посмотрите, мы как прокачиваем свои скиллы. А вот на паркинг заехали, видите, пробуем передвигаться даже по парковке. Правда, Мирошка убегает, пошли скорее. Так, но нельзя, вон там вход. Пошли. Так, здесь вот детские отделы. Мы уже там видели Бершку. Сейчас там ценники немножко покажу. О, какой выбор есть. Чё там ты нашел? Родику, вот мне как раз можно. Вот, например, Бершка. Стоит 1250 рупий. Ну, это типа 200 рублей. Смотрите, Настенка себе какой топик нашла. Вот. Вот тут вот прям прикольно. Это бусик. Прикиньте. Это, короче, Бершка. Цена. А, ну вот 13. Тысяча с чем-то евро. А, да? Евро, рупия. Рупия. Да. Вот. 1450. Ну, 300 рублей. А вот смотрите, штаны какие клевенькие. Страдивариус. В Европе цена 22 евро. А здесь 2550. Это 100, 200, 300, 400, 500 рублей. Неплохо, да? Поднялись на третий этаж. Здесь вон все Зара, Зара. Вон все, он говорит, юбка заровская. 200 рупий, да? Мы набрали целый мешок. Даже интересно, сколько вообще выйдет. Ребята, вы просто охренеете, насколько денег мы затарились. Причем нормальными там Зарами, Страдивариусами, Бершками. Вот прям не переключайтесь. Мы сейчас, когда заселимся, сделаем обзорчик, вам покажем. Ну, я бы сейчас, короче, сматерился бы, но не буду. Ну, я просто в шоке, ну, серьезно. Так, наш тарантас стоит, никто его не угнал. На такой пушечке мы перемещаемся теперь. Видали, пацаны, да? Сегодня очень крутой день, продуктивный. Мы решили поехать в японский ресторанчик. Давно не ели роллов. Но учитывая, что Коломбо это такой центр всего движа, что здесь полно этих ресторанов, мы не стали пускать такую возможность. Мы приехали, здесь такие интересные постройки. Сразу видно, это не ланкийская архитектура, это, видимо, как она называется-то, голландская или там португальская, что-то, короче, такое вот. Мы, кстати, очень интересно приехали, здесь такой большой-большой стадион, отсюда виднеется башня, самая высокая на острове. Мы к ней доберемся уже в следующем выпуске. А еще здесь, пожалуйста, есть вот такое здание. Музей независимости Шри-Ланки. Сейчас покушаем. Возможно, то, что дойдем, посмотрим, что конкретно там.
Ну вот издалека это примерно так. Там, смотрите, видны уже небоскребы. И аисты. Это вот очень различная архитектура Коломбо. Кто строил, кто завоевывал, кто владел. Вот так вот все вперемешку сыр-бор. Но даже вот это, да, элементарное здание, посмотрите. Какие ставни, окна полукруглые. Да... Так, что ты говоришь, устал? Сын, сейчас будем кушать. Что ты устал? Бедные вы несчастные дети. Вам, вот вам оно надо. Да, где же мы еще можем сходить в японский ресторан? Только на Шри-Ланке. В Коломбо. Так, вот. Смотрите, какие здесь перила деревянные. В таком деревянные здании ступени. Не знаю, какого года здание. Возможно, реставрировались, а возможно, вообще построили недавно. Но смысл в том, что архитектура просто круть. Но реставрировали точно его недавно. Оно чистенькое, беленькое, аккуратно. Ладно. Все, залетаем. Да, это забегаловка, походу, дело. Не, шутка. Есть вот приложение, видимо, доставки можно делать. Сразу бар, мар. О, открытая кухня. Hello. Да, кстати, я читал, что здесь очень маленькие залы. Но в целом, посмотрите, вон у них сколько на горах, прикиньте. Вот так вот. Вау. Вот это дела. Так, ну что, пойдемте. Пошли. А, я понял. О, какая, видите, как нас садят. Да. Здесь очень специфическое меню, ни хрена не понятно вообще. Но по ценам я не знаю, вот. Ну что-то ничего, а что-то прям чего. Ну, да. Хотя это что? Ну, учитывая, что мы зашли, уж посидим, покушаем. Смысл в том, что я этот рестик искал на Google картах, и там, короче, и отзывы хорошие, рейтинг хороший, и... ценники классные, но опять-таки вот мы пришли, и ценники у них в два раза дороже, потому что я тут смотрю, наклеены сверху, а под наклейками у них, допустим, что-то стоит 1400, а под этой наклейкой 700. Вот когда они поменяли, непонятно. Принесли нам, значит, чаечек, и тут я попутал от марки ресторана, если честно. Пара-па-пам-пам. Они заварили пакетик. Детям принесли милкшейки, Тёмке шоколадный. Родиону клубничный. Так, соевый соус. Вот такая порция детям. Это роллы с авокадо. О, смотри, здесь желтый имбирь. Родик, что делаешь? Я буду плакать. Мирошеньке тоже принесли коктейльчик, да, Мирошка? Нам принесли роллы с тунцом. Как? Мамочка, он есть хочет. Вот это да, это ролл там принесли. А мы пробуем роллы? Это тоже не мое. Тарелочку возьми, грубую там. Вкусно это? Мироша, будешь лапшичку? Вот лапшичку. Кайф. Это доширак. Доширак, я и говорю, доширак принесли. Китайская лапша. Слушайте, ролл там реально вкусный, вот прям очень вкусный. На стенке еще принесли суп. Это куриный удон. Здесь видно, лапша классная. Мирошка, что ты капризничаешь? Что как бульон? Вообще, вот это вот настоящий нормальный бульон, наконец. Так, у меня тут, короче, происходит воровство нори. Бери, бери. Мне принесли такую мощную кастрюлю. Да еще и с рисом. Это мисо-суп, прикиньте. Мисо-суп, я в жизни такой мисо-суп не видел. Большой. Ну, вообще просто. Обычно там вода и несколько водорослей. Вот, а тут вот такая вот красота. А детям вон еще роллы принесли. А Мирошка есть. Я думал, мы как бы не наедимся, но мы походу обожремся. Вот. И интересно, что будет, конечно, по деньгам. Мне кажется, рублей на 5 российских мы наедим. Ну, посмотрим. На самом деле, вот максимум вот так битком я даже суп не доедаю, потому что просто некуда. А поели мы на 14 700, но у них здесь сразу включено этот чаевые, итого 16 317. Мы вышли, и здесь вот так тебе, видишь, вот так вот за птичками, не надо бегать. Так, мы вышли, смотри, здесь как красиво, здесь ведутся съемки, снимается какой-то фильм, установлены сцена, вот ставят ребята. И хочу сказать, что это самый дорогой наш обед. Нас предупреждали, что в Коломбо дорого, но посмотрим, как будет дальше. Вот прекрасное здание, где мы обедали. И вот здание, посвященное независимости как раз Шри-Ланки. А вот торчит здание, про которое говорил, самое высокое на Шри-Ланке.
Сейчас пойдем туда, посмотрим, что конкретно там. Здесь по периметру установлены львы, не знаю, сколько их штук. По-моему, 60 где-то читал. Да, почитаешь, папа, давай почитай. Ну, так это выглядит, собственно, колонны. Я, кстати, обратил внимание, что здесь есть цифры. Тоже не знаю, что они значат. 21, 22, 20. Это, возможно, даты, а возможно, не даты. Вот такая вот экскурсия от Славяна. Возможно, даты, возможно, не даты. Нужна экскурсия, тоже пишите, проведу. На самом деле, вот и все, в принципе, это то, что можно было посмотреть вот прям так в шаговой доступности. Куда-то идти неохота, потому что сегодня много сделали дел, еще нужно доехать до квартиры, заселиться, там тоже осмотреться. Вот, поэтому все остальные места, посвященные Коломбо, будут уже в следующем выпуске. Смотрите, какие здесь стоят необычные аппараты. Чтобы вода полилась, нужно нажать на педальку. Вот такого мы еще не видели. Берешь мыло, на педальку, смываешь. Ну, давайте я вам покажу все, что мы купили. Смотрите, первое. Это футболка мне. Цена 1450 рупий. Дальше. Футболка, короче, еще мне, в общем, такая. Далее, смотрите, вот Настенка себе все-таки взяла вот такую блузку. Ва-лав, класс, это Бершка. Дальше, это Темка выбрал себе футболку, на минуточку, Quicksilver. Так. Дальше. Это выбрала себе Настенка такую футболку. Тоже такой ланкийский стиль. Такую футболку выбрал себе Родик. Решил купить себе тоже. Так, потом смотрите, Настенка, значит, себе купила вот такую. Что это, блузка, что ли, не знаю. Так, это тоже Бершка, кстати. Вот видите, этикетка Бершка. Бершка. А цена 1550 рупий. Потом, значит, Настенка купила себе такой крутой комбинезон. В общем, она потом оденет и все покажет. Он стоит всего лишь 1250 рупий. Блин, очень красивый. Так, и купила еще такую блузку себе. Тоже классненькую. Это, между прочим, Zara. Вот так вот. А стоит всего лишь 2550 рупий, прикиньте. Вот, и купила еще себе вот такую юбку. Вау, вообще просто. Как оденется, будет. Так, юбка тоже Zara и стоит всего 950 рупий. Это, блин, 180 рублей. Юбка Zara, прикиньте, вот это да. Все, ребята, вот это вот все получилось на 15 700 рупий. Ну как вам ценник, а? Вообще, ну прям реальный сток какой-то. Я не знаю, почему такие цены, но они такие вот есть. Нам прям рекомендовали, мы читали про этот торговый центр. Вот, собственно, поехали и вот так вот обновились. Все, ребятки, буду на этом завершать видеоролик. Я надеюсь, вам понравился. Если у вас остались вопросы, то обязательно их напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас на YouTube, если интересен наш канал. Яндекс.Зен и про группу ВК тоже не забывайте. Увидимся с вами в новом видеоролике, уже непосредственно с Коломбо. Пока!